Жители и гости города еще не успели разобраться с картой, обозначающей остановки и автобусные маршруты, как специалисты центра диспетчерской службы вновь решили порадовать своими и заимствованными разработками. Электронное табло, работающее на солнечной энергии, по задумке авторов идеи, должно информировать горожан о маршрутах, которые приезжают на эту остановку. Ноу-хау жители восприняли неоднозначно. А я им не пользуюсь. Снег на дамбар, вот снег на дамбар. Есть те, кто понимает такие вещи, а есть и те, кому это вовсе не нужно. По-моему, эта доска принесет пользу. Стоимость пилотного проекта обошлась центру диспетчерской службы в 300 тысяч тенге. Похожие информ-табло широко используются в Корее. У нас с работой электроники пока не все гладко. Бриджерил не один сайт, что не налад с лучшим батареем. Казокнышки урай, брат, сбойный арбуватор. Да, у нас есть проблемы с работой данного табло. Это связано с неблагоприятной погодой, конкретно нехваткой солнечного света. Мы сейчас ищем варианты и по улучшению работы табло. Скорее всего, установим дополнительную батарею. По словам специалистов, в будущем на табло будут высвечиваться не только прогноз погоды, маршруты и их конечные точки, но и само табло будет подключено к GPS, который устанавливается в общественном транспорте. А значит, можно будет контролировать и работу автобусов, и маршруток. Бахром Абдуллаев, Талгат Абдинабиев, Ербол Махашев, информационная служба телекомпании «Утрар».